Жители этой тихой улицы до сих пор в шоке. Накануне здесь взорвалось самодельное взрывное устройство. Сегодня тут тихо, и немногочисленные прохожие не желают говорить о том, что произошло вчера. Лишь вездесущие дети поделились кое-какой информацией. Вот цыгане под ворота подложили бомбу. Ну так, самодельно. И в этот... Жена того, кому подложили, наступила пяткой, короче, на эту бомбу. Да, вот у нее колено потом... Оторвало ногу. На место происшествия накануне были подтянуты саперы, полицейские, пожарные и медики. Все подразделения антитеррористического центра координировали работу сотрудники ДКМБ. Как сообщил нам источник в полиции, устройство не было начинено какими-либо металлическими предметами. Все это больше смахивает на дурную шутку или же месть. Между тем, хозяин дома не видит в произошедшем чего-то особенного. Ничего здесь не было, Радон. Все нормально здесь. Видишь, вот мы сидим, общаемся. А то просто в городе слухи идут эти нездоровые, да, болтера, конечно, вот туда, знаешь, сюда. Это, знаешь, у людей языки. Только скажи, черный, скажи, обосрался. Ну, говорят, девушка пострадала молодая. Ну, нормально, что? Больничка что надо, что надо вообще? Нет, я хотел вот узнать. Все нормально, все в аккурат. Разберемся. Жизнь большая. Сейчас 22-летняя гражданка России находится в реанимационном отделении БСМП. Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника. Ринат Хамидуллин, Бахадыр Тажибаев, Кирилл Мочалин. Информационная служба телекомпании ОТРР.